О погоде. В Тобольске ночью небольшой дождь, температура плюс 5. Завтра днем небольшой снег и всего плюс 2 градуса. В Ишиме ночью пасмурно. Температура воздуха ночью плюс 6. Завтра днем в Ишиме небольшой дождь и плюс 5. В Заводоуковске этой ночью небольшой дождь и 7 градусов выше нуля. Завтра днем облачно с прояснениями и плюс 3, плюс 5 градусов. В Ялуторовске ночью небольшой дождь и плюс 10. Завтра днем пасмурно и до плюс 5. В областной столице сегодня тоже небольшой дождь и плюс 4. Завтра днем малооблачно, максимальная температура. Завтра 4 градуса выше нуля. Партнер прогноза погоды компании «Ямагучи». Занимайтесь спортом и тренируйтесь с комфортом в любую погоду. Ходьба и бег – залог здорового тела. Тонкая беговая дорожка «Ямагучи». Тренировка под любимую музыку. Управление с пульта или панели. Легкое перемещение. Табло достижений. Амортизация сбережет ваши суставы. «Ямагучи» – ваш путь к совершенству.